Здорово, народ! Пытаюсь запрыгнуть в последний вагон буквально вот из самолета и в первый день релиза версии 2.6 выпустить это видео. Меня не было целую неделю, я был на выставке Gamescom в Сингапуре, о чем будет отдельное видео на канале. И как вы понимаете, сделать видео раньше у меня тупо не было времени. Как обычно, я напоминаю, что данное видео в первую очередь рассчитано на новичков, ибо старички и так прекрасно знают, кто им нужен и на кого откладывать свои крутки. Ну и по традиции, перед началом я напоминаю, что к релизу Рапы и Пожирателя заглядывайте за выгодным нефритом по ссылке в описании. Донатов нет, сервис, проверенный временем, а в нем вы сможете пополнить Steam или другие игровые платформы с самой низкой комиссией. Ну а по ХСР вы просто зайдите по ссылке и посмотрите, дешевле нефрита и пропусков снабжения вы еще не видели. Предоставлять ваши персональные данные не нужно, пополнение идет по вашему ID. А еще моя ссылка дает 5% дополнительной скидки на первую покупку. Донатить в игры теперь просто, ведь донатов нет, донаты есть. Итак, Рапа. Девочка-ниндзя, которая идет по пути ниндзя, потому что таков ее путь ниндзя. Это первое и последнее, что я услышал в ее разговорах на стриме разработчиков, ибо понять глубину персонажа и, возможно, какую-то серьезную лорную историю у меня пока совсем не вышло. Выглядит все цветасто, аляписто и драйвово, на что я поначалу повелся, а потом, когда стал считать свои крутки, призадумался. Посудите сами. Эрудиция — это уже в каком-то смысле пунктик на то, что персонаж будет себя отлично чувствовать в чистом вымысле, но не очень комфортно в зависимости от бафа, в иллюзии и в зеркале. Но Раппа не то чтобы супер самостоятельный эрудит, ибо играется от команд на пробитие и супер пробитие, а абсолютно у каждого есть мнимый главный герой, и почти у каждого Галлахер, которые встанут у новичка под Раппу в слот бафера и хиллера. Разумеется, хотелось бы иметь желание Мэй и Линшу, или даже будущую Фугу, о которой мы еще поговорим, но если вы только начинаете играть, очень вряд ли, что у вас есть какой-то большой пул персонажей. Как я еще говорил в предыдущем выпуске, кого крутить про Рапу, в целом ничего и не поменялось. Это персонаж для полной комплектации под Брей. Светлячок в 2-3 цели, Бутхил в 1-2 цели, а Рапа в 4-5 целей. И у каждого есть своя ниша, и каждый при определенном количестве врагов будет показывать себя лучше. Вопрос лишь в универсальности и насколько персонажа хватит на дистанции. Лично я считаю, что чистый вымысел самый чиловый из трех режимов, и крутить под него отдельно эрудита смысла особо новичку нет. Но при этом я видел шоу-кейсы с тестовых серверов, где при одинаковых командах Рапа не то чтобы уступала светлячку. Где-то была лучше одна, где-то другая, хотя вот на идолонах Е1 и Е2 Рапа будет уже уступать, ибо у светляка они очень крутые. Короче, к чему мой тейк? К сожалению, у нас нет официальной информации по реранам на версию 2.7 вместе с Фугой и Воскресением, но очень-очень большой шанс, что именно там нас ждут рераны брейкеров. Да, я ставил на то, что их поставят вместе с Рапой, а Херон и Авантюрин будут под Новый год, но вышло иначе. И вот если там будет светлячок, я бы рекомендовал скипать Рапу и забирать ее. Даже если мы с вами опустим какие-то тейки про урон, где светлячок будет полезнее Рапа в двух из трех хай-энд режимов, важно то, что Света вешает огненный уяз, который позволит вашему Галлахеру, Линше или будущей Фуге, да даже Дзяо Цю, спокойно бить по полоске пробития, тем самым помогая Свете не только с дебафами, но и быстрее бить супер пробитием. Вообще, кстати, прикольная моноогненная пачка мечты может получиться, типа светлячка, Фуги, Дзяо Цю, Линше или Галлахера, ибо дебафы Лиса на входящий урон отлично работают с уроном пробития, но это я отвлекся. С Рапой же по мнимой полоске будет бить только мнимый ГГ, а если полоска вообще не подходящая, то ломать ее будет только Рапа. Ну и Фуга, которую выкручивать потом тоже нужно будет обязательно любой брейк команде. И вот именно из-за того, что у Рапы сейчас меньше синергии с другими брейкерами, как у светлячка, я бы рекомендовал новичку подождать 3
рана светлячка, подкопить круточек и достать ее с первым эйдолоном, который сделает максимально комфортным геймплей. И у вас появятся излишки очков навыков, которые можно тратить тем же мнимым ГГ или линшой. То есть поймите меня правильно, Раппа хороший брейк персонаж, и ее можно рассматривать новичку в связке с мнимым ГГ и Галлахером. В перспективе вы открутите для брейкеров Жуаньмэй или Фугу, но если реран светлячка подтвердится, то как будто бы на дистанции светлячок будет жить дольше, чем Раппа. Ну а если у вас вайфу фактор, то конечно крутите, кто я такой, чтобы вам мешать. Лично я изначально планировал крутить Раппу Сигной, а потом понял, что придется забирать и Фугу, и скорее всего Воскресенье. Поэтому Раппу решил оставить до будущих реранов, где будет видна ее актуальность. Пожиратель Луны, Даньхэн. Стоит ли его крутить новичку? С одной стороны, Данька не забытый и не заброшенный персонаж, несмотря на то, что вышел еще в далекой версии 1.3. Он закрывает текущий контент на все звезды, и более того, как показывает статистика, справляется даже без второго эйдолона, который облизывают многие контент-мейкеры. Правда, нюанс в том, что при этом Данька стоит в своей сигнатурной команде с Искоркой, а также с Тиньюнь и Хо-Хо. И получается, что если новичок не крутит Даньке конусы эйдолоны, он должен иметь под пожирателя как минимум Искру. Но даже с ней будет не так комфортнее и быстрее, как хотелось бы. Короче, объективно, если убрать вайфу фактор, пожирателя в этой половине скорее всего будут крутить те, у кого он есть, добирая Сигну или нужную консту. Но крутить пожирателя с нуля новичку я просто не вижу смысла. Это не рентабельно, ибо выкрутив ту же Раппу, у вас уже есть готовая команда брейкеров в лице мнимого ГГ и Галлахера, которые дадут ей импакта больше, чем текущие четверки на вашем аккаунте под пожирателя, где будет на себе все тащить одна Тиньюнь. Итак, вкуснейшие рераны второй половины. Ахерон и Авантюрин. Первая, любимая девочка разработчиков по совместительству Эманатор Небытия. Очередная реинкарнация во вселенной версов Райден Мэй. В целом, как была имбой с релиза, так и остается. Главная ее проблема с релиза также остается. И я сейчас даже не про обязательное наличие Сигны, а также жесткую привязку к дебаферам в команде в лице там Пелы, Малышки Гуй или Серебряного Волка с Дяо Цю. Ну и еще Галлахера или персонажа сохранения с корусом тренда галактического рынка. Это не просто, но можно собрать. А вот заниматься выроливанием идеальных статов с кучей крит шанса, которого у нее нет, крит урона и сила атаки, поверьте мне, то еще удовольствие. У меня когда-то была рубрика на канале, называлась «Прифарм Ахерон», где я 50 с лишним дней фармил только пещеры коррозии, чтобы собрать ей плюс-минус адекватные статы. И получилось чуть выше среднего вот так. Это я каждую неделю выкладывал отчет, какие удалось зафармить, какие удалось заточить, какие были ужасные против защиту, когда у тебя 4 стата с критами и сила атаки. Короче, та еще головная боль. Разумеется, открутив ей первую консту, вы упростите сборку крит шанса, а вот вторая конста оказалась ловушкой на дистанции. Потому что с двумя дебаферами, например, в лице Серебряного Волка и Пелы, Ахерон показывала результат не то чтобы сильно хуже, чем с Е2 при наличии Искорки. То есть Е2 больше про удобство, чем про колоссальную разницу в уроне. Ну и Искорку еще надо иметь, ибо с броней комфорта гораздо меньше. Еще практикуют команды с Ахерон, Кавкой и Лебедем, и довольно успешно. Но очень вряд ли, что эта команда относится к теме новичка, о чем мы сейчас говорим. Так стоит ли крутить Ахерон новичку? Вопрос на самом деле спорный. Ахерон — главный представитель старой меты гиперкэрри, где она соло, обмазанная дебаферами и баферами, ломает все поле. А с выходом Дзяо Цю теперь чаще сдает ультимейт и ломает быстрее. Но все равно главным источником урона в команде остается она. А мета сейчас так меняется, что у нас уже в команде бонус атакеров дамажит 2-3 персонажа, в команде дотеров 2-3 персонажа, в команде брейкеров чуть ли вообще не все сразу, благодаря супербрейку. Количество хп у врагов за год выросло более чем в 2 раза и продолжает расти. Сможет ли Ахерон и дальше соло зачищать все? Или ее сигнатурной пачкой окончательно закрепится связка с дотерами, Кавкой и Лебедем? Я сказать не могу, но тенденция для соло гиперкэрри дамагеров неприятная. Поэтому я вначале и сделал акцент на то, что Райден — любимый персонаж разработчиков, и, возможно, они про нее не забудут в 3.0, когда будут перелопачивать мет.
нету. В любом случае, я уверен, что свои максимальные награды в high-end режимах она продолжит забирать. Вопрос лишь в количестве циклов. А вот Авантюрин, как по мне, более застрахован от пауэркрипа в грядущей версии 3.0. По той простой причине, что он сустейнер. А у нас буквально недавно, почти за полтора года, вышел всего лишь пятый ивентовый сустейнер — Линша. А из сохранения их вообще было всего два — это Фусюань и Авантюрин. И оба, опять же, как по мне, до сих пор остаются максимально актуальными и полезными. Фишка персонажа сохранения — не вылечить, а дать дополнительных хитов в виде щитов. Ну, за исключением упомянутой выше фушки. Таким образом, поймать ваншот становится тяжелее, когда изобилие может спасать от ваншота разве что воскрешением, которое есть далеко не у всех. При этом Авантюрин имеет отличную синергию с бонус-атакерами, которых в последних версиях нормально так бустанули, и у нас появилась вариативность, с кем можно играть. Но даже вне пачек бонус-атакеров, мой Авантюрин всегда игрался с Ахерон, ибо, кто помнит, они выходили в одной версии, и тогда стоял вопрос, кого ставить в четвертый слот. Либо Галхера, либо сохранение с трендом галактического рынка, а я пошел дальше и взял ему просто едва сигны, и поэтому дебаф Авантюрин у меня вешал из базовой атаки, из бонус-атаки, из ультимейта. Также все мои слезы на ужасные проки в защиту на префарме в Ахерон оправдались, потому что эти релики отлично встали на Авантюрина, собрав из него неплохого дамагера-дебафера-щитовика в слоте сустейна. Разумеется, новичку вряд ли получится собрать Авантюрина в дамагера на старте, и поэтому он будет больше как щитовик-сустейнер. Но стоит ли его крутить? Из всех версий 2.6 это единственный персонаж, которого я бы рекомендовал больше остальных. Даже если в 3.0 выйдет новый сильный ивентовый хиллер или щитовик, очень вряд ли, что Авантюрин потеряет свою актуальность. А если вы ему потом на реране заберете еще первый Далон, то вы вообще забудете, что такое нажимать навык ради щитов. Да, я знаю, что есть некоторые люди, которые хейтят Авантюрин за то, что у него рандом защиты от контроля. Такое есть, я соглашусь. Но лично мне это вредило крайне редко и бывало некритичным. То есть я бы рекомендовал Аву не просто для бонус-атакеров, с которыми, разумеется, у него лучшая синергия, а в целом как сустейнера в любую команду, разве что за исключением особенных персонажей по типу Блейда. И я его не зря вспомнил, ибо про версию 3.0 ходили слухи не только про новую мету с призванными существами, но и то, что появятся новые персонажи, связанные с механикой траты или потери ХП. И вот насколько это будет работать со щитами, вопрос остается открытым. Тот же Блейд, я напомню, не получает стаки для своей бонус-атаки, когда получает весь урон в щит, и его ХП это не коснулось. Напоследок, аккуратно поговорим про Фугу и Санде. Фуга для меня must-have, must-pull персонаж, которого я точно буду крутить на Е1 или даже на Е2, ибо это некий гибрид Жуаньмэй и мнимого ГГ. Грубо говоря, свою Жуаньку я могу отдать Будхилу в связке с броней, а Светлячок встанет с Фугой, Линшой, ну и по ситуации там где-нибудь мнимого ГГ воткну. Короче, как бы нам ни говорили сливеры про Фугу, что с ней не все так однозначно, для меня она все-таки выглядит по первым скиллсетам как персонаж однозначно под брейк. Да, возможно, вариации с Ахерон, Рацу или даже дотерами могут иметь место быть, но глобально они все будут хуже, чем команды с полноценными брейкерами в лице Светлячка, Рапы и Будхила. И это хорошо с точки зрения экономии ваших круток. Если вы не играете через супер пробитие, а вайфу фактора у вас нет, то можно ее скипать. Но анимации моделька очень красивые, как по мне, и разумеется, у себя здесь ничего публиковать такого не буду. Но на ютубе уже в очередной раз борьба версов со сливерами была проиграна. Вы знаете, что делать. А вот с воскресеньем лично для меня вопрос открыт. На мой первый предварительный взгляд получилось что-то среднее между броней и искоркой, но при этом бафы работают и на саммонов, как и ожидалось. То есть с точки зрения новой меты, этот гармонист должен быть топовым, если мы ждем в 3.0 каких-то сильных персонажей с саммоном. Хотелось бы также сказать про генерала, но пока непонятно, где его Сусана будет брать стаки для ударов. Но при этом у Санда есть и опции хо-хо с точки зрения заливки энергии, а значит энергозависимые персонажи тоже скажут ему спасибо. Короче, Сандей выглядит как персонаж под умирающую мету соло гиперкарри-дамагеров, но разница в том, что он также бустит и призванного саммона этого дамагера. А это уже дабл-кэрри получается.
получается. Явно в 3.0 нас ждут не только 4 персонажа на поле, но и еще 2-3 призванных покемона, которые будут получать усиление. Но при этом из старой меты у нас есть Гена, Линша и Топаз, которые, что символичненько, еще и разных путей. Эрудиции, изобилия и охоты. А значит, их можно потом пытаться ставить не только с Андеем, но и в грядущей мете может найтись интересное место. На этом все, народ. Такие вот мысли по 2.6. Делитесь своими, что думаете, с чем согласны, а с чем нет. Традиционно прошу прожать лайк и подписаться на канал. И чтобы меня не потерять, подписаться в Телеграм. Отдельно выражаю благодарность моим лучшим зрителям на Бусти. Спасибо за ваше внимание и увидимся на канале Свор ТВ.